Всем привет, сегодня мы будем играть в Far Cry 4. Сегодня у нас задание Ломина. Брат мой, я Ломин. А ты? Ты Аджай. Это моя церковь, особенная. С пушками? Конечно же. Кротки унаследуют землю, друг мой, но им нужны стволы. Откровение 5.5, скажем так, воодушевляет. И один из старцев сказал мне: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее». Спаситель! Наш Спаситель вернулся к нам в облике льва? Воина! И тогда я подумал, когда Сын Бога возродится, какое оружие он выберет? Что? Христос вернется, чтобы снять 7 печатей и принести упокоение! Он вернется в образе льва, да? А льву нужны зубы. Что бы выбрал Иисус? Второзаконие, 32 стих 47. Ибо это не пустое для вас, но жизнь ваша! А может... Притчи 19.11. Благоразумие делает человека медленным на гнев. Не понимаю, что воин ты... Воин знает! Воин всегда знает! Ибо видели упокоение и выжили. С оружием творим дела праведные, ибо каждая пуля — проповедь. Каждая пуля — наказ. За каждый рупор лжи и пайгономина, которую умолкнет, ты получишь награду. Дерзай, на все воля Божья. Вот, держи. Это за первый. Ванабур атакуют! Пришлите подкрепление! Сабал, в чем дело? Враг наступает! Лучше не лезь это! И сказал он им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари! А ты у нее на коленях, что были самые счастливые дни в ее и моей жизни. У нас были планы на будущее, не только наши, но и всего Кирата. Я скучаю по тем дням. Теперь поздно что-то менять, хоть я и пытался. Эта земля в руинах. Не дай ей разрушить и тебя, и Швари огорчилась бы. Помощь нужна? Сейчас! Не слови пулю, спасай кого сможешь. Я рядом, скоро приведу подмогу. Я иду!
Сражался. Она может подарить народу надежду. Сабал, она еще мала и напугана. Отведу ее домой. О людях подумаем позже, ладно? Спасибо. Не за что. Спасли Аджая себе на голову. Разозли Пола, и он вырежет деревню. Аджай ни при чем, это я. К тому же, нам не до того. Они взяли аванпост. И заложников тоже. Ладно. Сперва аванпост. Без него все пути отрезаны. Пошли. Аванпост, значит.